Глава района Андрей Дорошевский вместе с заместителями и руководителями служб и ведомств района провел рабочий объезд станицы Северской. Посетил школу номер 43. От жителей станицы поступали обращения о наличии воды и неприятного запаха в подвальных помещениях школы номер 43. Проведение определенных мероприятий по улучшению гидротехнического состояния, проверка дренажной системы дали определенные результаты. Осмотр показал, что после таяния снега воды в подвале нет. Директор образовательной организации Галина Николаенко доложила о выполнении проектирования работ по реконструкции одноэтажного здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Сметная стоимость работ составляет 23 миллиона 613 тысяч рублей. Глава района проверила и отдаленные участки станицы. Администрация Северского поселения приступила к расчистке ливневых кюветов по улице Мичурина. Обследовали улицу Российскую и Веселую, на территории которых в начале февраля домовладения и земельные участки пострадали из-за разгула стихии. Глава района дал поручение первому заместителю Сергею Степаняну, начальникам управления архитектуры и земельных отношений, а также исполняющей обязанности главы Северского поселения Марины Черновой в течение месяца подготовить предложение по реализации мер, направленных на предотвращение затопления территории. Указала необходимость активно продолжить расчистку существующих ливневых кюветов и нарезку новых на улицах, где они отсутствуют. Эти мероприятия необходимы для предотвращения чрезвычайной ситуации, которая произошла на территориях поселений в 2022 году.